Центры спортивной подготовки появятся в Приморье. На острове Русском при федеральном софинансировании будут построены центры легкой атлетики, водных видов спорта, тенниса и хоккея, где будут заниматься приморцы и готовиться к различным соревнованиям российские спортсмены со всей страны. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяка в Перми по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Только что завершился совет по спорту при президенте России Владимире Владимировиче Путине, где он поддержал наше предложение о создании центров по развитию спорта в Приморском крае. На острове Русском будет создано 4 таких центра, 2 будет создано при ДБФУ. Это центр водных видов спорта, центр легкой атлетики. Кроме того, там же будет создан центр тенниса и центр хоккея. Также будет в городе Владивостоке создан центр бокса. Эти направления, безусловно, дополнят уже существующий олимпийского уровня грибной центр, строящийся керлинг-центр, футбольный манеж. Это такие крупные объекты, где будут проводить подготовку наши ребята. И, конечно, это станет площадкой для подготовки наших сборной по предстоящим международным соревнованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со своей стороны мы уже выделили на проектирование денежные средства, а также заложили определенные суммы на 2025-2026 год на строительство этих центров. Но и президент поддержал наше предложение по софинансированию с федерального бюджета. Поэтому это хорошая новость. Я искренне благодарен тем коллегам, которые нас поддержали.